firefight. Set start. Skulls on. Ну что, друзья, всем привет, с возвращением и добро пожаловать на канал DD Players 813. Сегодня мы играем в Halo Reach, перестрелку с подбором игроков. Мы попали на обычный режим сложности, и у нас сегодня веселье, ракетная перестрелка. Да, с вами сегодня Данил. И Даша. Так, Даша сверху, я снизу. Даша, как всегда, желтый шершень, если вы смотрели наш плейлист по Halo Reach. Кстати, слушай, тут и ракетный джетпак есть. Я летаю. Что, нельзя ничего подбирать? Так, тут да, ты чисто ракеты. Так тебе и не нужно, у тебя бесконечный боезапас. Ты понимаешь, бесконечный. То есть я у ракет нет. Не могу. А вон они все. Все, поможем. Все, поможем пацанам. Там еще есть. Так, снял парочку. Так, ждем. Сейчас должны быть подкрепление. Давай, наверное, встанем куда-нибудь в центр. Вот где этот, 051. Кстати, да, я вижу, не там он безумие пошло. Reloading. А почему 051? Не знаю, поменял себе это обозначение. Мы-то что, по привычке оставили этот 117? Так, подкрепление еще пойдут. Мне не по... Ого, охотники. Вон они. Да-да-да, все туда. И хрюки. Нормально. Так. Теперь у него на той стороне. Короче, вот давай вот эту сторону возьмем, где сейчас это. Вот да, вот туда. Да и блин, ты сражаешься, я туда-сюда бегаю. Я никого убить даже толком не могу. Потому что я не успеваю. Ничего еще успеешь. Давай вот эту сторону берем на себя чисто. Успеем. Во-во, вон они, вон они, вон они. Я только хотел. Так вон там еще группа круши. Воу, меня тут встретится. Я чуть не по... Элиты с автоматами, что ли, нашими? С земными. Походу, да. Так, у меня сверхщит, кстати, сняли. А у меня его давно сняли. О, нет, слушай, он восстанавливается. Слушай, так я и говорю, давай, может, на этой стороне останемся. Те двое пусть берут тот фланг, а мы здесь. Так они все равно тоже все будут бегать. Ну, они будут бегать, а мы с тобой уже будем благополучно всех встречать. Так, Фантомас прилетел. Сейчас он вызовет этот звездный десант. Ну-ка. Ха-ха, нормально. Нормально так. Воу! Блин. С молоточком был. А? Я его убила. Ха-ха-ха. Ну, это хорошо. А мы тут что как? По раундам. Тут получается как, три раунда по 5 волн таких. Мы, считай, первый практически уже прошли. По-моему, даже не практически, а прошли. И тут типа каждый раз активируются эти черепа. Так. Так, еще вижу гадов. Опа, и у меня тут тоже Фантомас прилетел. Че тут кто? Походу все у тебя, у меня тут вообще уже пусто. Ладно, я останусь здесь. Я останусь здесь, буду караулить. Нормально ты там, судя по отметине, этот покрошило. Вражину. Я вообще в этот режим вообще ничего не могу понять. Так просто появляется и круши. У вас там сейчас, например, куча места. Да, остальной кипиш у вас там происходит. Нет, пока что-то, ну, тихо. Слишком тихо.
Так. Что-то рядом сейчас. Там что-то приземляется, походу. А, это десантный капсул приземлился. Гаси его. Сняла, молодец. Блин, да они там все, я стрелять не мог, я прикрыл бы вас, но там, блин, все трое были. И ты, и они. Долбанная зловина. Слушай, реально, походу, со снайперской винтовкой человечей. В натуре. Ковенанты с людским оружием. Это интересно. Ух ты ж, блин. Обложили меня тут маленько. Хотя не врусь. Пока да. Ну а как мне еще быть? Вы там втроем, я тебе говорю, давай останемся, но ты решила там, где основное мясо, со мной делиться не хочешь? Ну и я не буду. Ой-о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 й, молотобойцы пошли. Снял одного, а второй еще бегает. А, не, у него не молоток. Блин, зараза, это твой лук. Хотя почти одновременно стрельнули. Остался последний противник. Ну и хорошо. Или походу они его даже сняли. Тоже сняли. Судя по всему, да. Да. Так, ну с такими темпами сейчас этот раунд, я думаю, быстро пройдем. Так, у меня тоже. А, ты как раз тоже с того же целишься, да? Да. Вот так, пристрелил прямо на посадке. Не надо тут скакать. Ху-ху! Удачно я бросила случайно гранату. Да, я опередила мою ракету. Несмотря на то, что ракета вроде бы летит быстрее. Это что было, капсула что ли? Это нет. Ничего вроде не приземлилось. А что мне так жахнуло больно? Не знаю. Ну, у них там прыг все разлегло, а у меня что-то ковенанты покинули Малеха. А хотя нет, вот у меня есть. Мам, нормально. Ну, пока так. Как это, мелкая рыбешка. Всего лишь крюки. Что-то у тебя вообще прет. Да там что, группа хрюков была бы вместе, их грех было не замочить. Что? Подкрепление. Угу. Что у нас еще там есть? Так, я смотрю, у вас там вообще Сталинградская битва развернулась. Хотя у меня там что-то тоже появляется. Майо. Блин, охренеть, тут от ракет даже контейнеры содрогаются. А это, мать его, 2010 год. В Call of Duty, надо признать, даже не все дощечки двигаются, а тут, знаете, аж целый контейнер. Что-то как будто я видел. О, видала, нет? Блин, даже классно. Так, это что, ты у меня там? Да. Походу ты. Да, да. Блин, бесите. Иди сюда уже. Из пистолета? Ты тоже иди сюда. У меня там получился рэмпейдж. Да, я была с пистолетом, потому что мне надо было перезаряжать. Я... Так пролетела бы. Гранатомет, ракетник. Сейчас путалась. Что-то да, что-то ты запутался. Так, снял пушку, нефиг стрелять меня. Так, опять эти... А, не-не-не, я знаю, чем это закончится! Блин, что ты опять не улетел на этом космопланере? А то в прошлый раз я просто думал, меня стряхнет с обшивки.
Что, улетел, что ли? А, улетел, да, и меня типа как придавило небом. Небо, оно плоское все-таки. Ты еще вспомни того этого из, как из видеоролика этого. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Да? Ну, какой-то маленький отморозок считал, что он... Это такое... Бонусный раунд? В смысле, бонусный раунд? Бонусный раунд? Я тоже ничего не понял. Ну, какой-то бонусный раунд. Короче, видимо, со всей задачей мы справились. Сейчас нам дают какую-то, видимо, приколяську. Приколяську, да. У-ху-ху-ху! Я даже не видел, куда оно все пролетело, я вслепую стрельнул. И, блин, прокатило. Офигеть, просто что творится, а? Мясо творится. Ага. Шашлычок из крюков можно делать спокойно. Угу. Ковенантина. Есть свинина, есть говядина, есть курятина, а тут ковенантина. Есть, это можно так назвать. Так, ты там... А, там, я смотрю, у пацана вообще все весело, да? Нифига. Нифига, сцены из Звездного десанта. Фигаси. Охереть. Вот тебя понесло, э. Охереть. Безумная мадама. А, я понял, нам тут нужно просто, короче, продержаться вот одну секунду. И... И все. Это был мой дабл килл. Гейм овер. Это все, да? Вроде бы все. Ай, я на самом последнем месте. Как всегда. Ну ты потеряла с самого начала, вот и все. Так что в следующий раз просто давай так же, как договорились. Берем одну сторону, а те двое другую. Вот и будем идти нормально. Ну что, ребят, надеемся, вам видео понравилось. Честно говоря, это было весело, мне его понравилось очень. Дарка, тебе как? Запутано? Сориентируешься. Мы просто впервые играли прям по-настоящему с подбором игроков на два джойстика. Так что, по традиции, надеемся, вам видео понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. И главное, ребят, подписывайтесь на наш канал. А не, я слышу по убийствам. А нет. По убийствам, да. Нет, ну, сорян. Нет, по убийству ты меня все равно убили, по всему обогнал. Ну сорян. Я же говорю, давай брать эту сторону. И ты к ним пошла. Твой косяк. Ладно, я тебя люблю. Иди нафиг. Пойду, но потом. Ну все, ребят, с вами был Данил и моя жена. Даша. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. И подписывайтесь, как мы уже просили ранее. Да. Всем пока! Пока!